А цену положили, блядь, оказывается, 80 трупов, нахуй. Донецк. Да? Да. Избывается. Короче, их вычислили по телефонам, нахуй. Не по телефонам их вычислили. По телефонам уже он... Они пошли в клуб смотреть этого президента, нахуй, и ебнули в клуб. Какой клуб, блядь? Ну, это да самое... Мы-то с первых уст знаем. Как и что было, нахуй? А то, что там сидят, это вы, что вообще... Вот я еще знаю, что нахуй 200 человек, нахуй, съебалось зоны, нахуй, зэков, нахуй. Этих, нахуй, Вагнер, ёбаный. ЧВК. Которые по найму, что ли, пришли? Да, которых зоны набирали, вот они съебались. Охуеть, нахуй. Вот 200 как человек. Это? У них два автомата, нахуй, один блокпост, нахуй, въебали. Два автомата. И вот... Никуда. Они в сторону Украины побежали, в Крым. А Угледарск находится в 50 километров от нас. Вот. И где-то они вот тут по лесам, по горам, нахуй. И они разделились по группам по 50 человек. И вот где-то тут лазит. И то, что там по телевизору говорят, по телефону вычислили, это все хуйня. Их все собрали. Хуйня. Их собрали, чтобы президента послушать, короче. Они пошли там... Сделали в клубе, короче, телевизор, поставили всю хуйню, короче, и вычислили их по скоплению людей.